Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, зайдем-ка с тобой в магазин и посмотрим. Так, энергия. А у нас с тобой все в откатах. Так, смотри-ка, мы можем с тобой приобрести 5 ДНК на носорога. С удовольствием это сделаю. Так, что у нас по монетам? Все плохо, да? 53 всего лишь. Так, по жетонам тем более. Задания у меня еще до сих пор не откатились. Это будет сделано через 6 часов. Значит, мы с тобой идем спокойно на арену. Ага, я в Лиге Самураев, у меня ранг 96. То есть еще чуть-чуть, и меня скинут до Самураев 2 звезды. Нет, ребят, так дело не пойдет. Мы должны с вами выровняться. Возьмем Ахмеда. Да-да, именно Ахмеда мы с тобой будем брать. И... слушай-ка, у нас здесь пока 45 уровень. Я думаю, да иди ты, Майки, лезешь тоже. Возьму одного железноголового сюда. И к нему в придачу, знаешь, кого я возьму? Раз 44 уровень, давай начнем с 40-х. Я думаю, это будет справедливо. Все, больше я никого брать не собираюсь. Вот я взял чисто железноголового и остальных 40 уровня. Тут, знаешь, в чем фишка? Если мы сейчас с тобой немножко лопухнемся, мою команду положат полностью. Поэтому вся надежда на железноголового. Ну и как ты видишь, все идеально получилось. Но, как говорится, лучше так не шутковать. Это в дальнейшем. Так, ну что, двигаемся с тобой дальше. Нам нужно, ну, в любом случае сегодня дойти до... наверное, до Сёгуна 2 звезды. Может быть, даже и до 3 сможем потянуть. Ну, в общем, все будет зависеть от того, насколько идеально мы будем с тобой проходить. Кто там? Леонардо? Да ладно, какой еще Леонардо тут? Зэк, подожди, ты не лезь сюда, пожалуйста. Давай-ка мы вместе с Лео с тобой тогда отыграем уже не 40 и не 40-е уровни, а, наверное, вот эти вот. Ну, ты понимаешь, почему это все делается. Потому что Леонардо одной своей вертушкой может положить вот этих всех ребят. И не имеет значения, что я взял даже с собой в команду очень слабеньких. Да? Поехали. Хотя тут 50 уровень есть. Ну, я думаю, что положим мы, да? Окей. Все, как видишь, идеально получается, соответственно. Мы получаем с тобой полностью кубки и продвигаемся семимильными шагами, так сказать, в топчик. 68 место было и становится 39-м. Но, если честно, я не вижу здесь никаких семимильных шагов. Двигаемся потихоньку. Так, давай возьмем вот этого вот. Никнейма нету, но довольно милый аватарчик. Так, возьму, наверное, опять Леонардо. Если мы сейчас будем с тобой играть одним Лео, да, то нам с тобой хватит очень много и откатов, и, как говорится, побед мы с тобой заслужим здесь очень много тоже. Во-первых, смотри, 46-47 уровни, соответственно, мы пока можем брать с тобой одного Лео в придачу со слабыми. Тем самым мы будем получать достаточное количество кубков, чтобы нам вырасти, да, с тобой. Мы должны хотя бы, ну, я не знаю, там, дойти до Сёгуна, отыграв всех своих персонажей. Я имею в виду вплоть до 30 уровня. Хотя я немножко на самом деле по-другому хотел. Я думал, мы будем с тобой играть более честную игру на равных. Я хотел, ну, например, если 50-е, да, то я возьму своих 50-х. Если мы будем против 40-х уровней, я буду своими 40-ыми. А потом вдруг я вспомнил. А скиллы-то у меня не прокачаны. Я же не знаю, какого мне противника дадут. Может быть, имбу какой-нибудь. И что? И взлетим мы с тобой. Это лучше всего делать, когда ты находишься уже на первом месте. Да? Там уже можно какие-то эксперименты делать. Что там у нас за сообщение прилетело? Ну что? Ну давай я возьму, например, Мустафу. Кстати, это наш проходной билет будет, я тебе скажу, в Лигу Сёгунов. Нет, не в Лигу Сёгунов. Хотя почему не в Лигу Сёгунов? Нет, все должно быть по-человечески. Давай посмотрим. Если мы сейчас с тобой победим, у нас же где? 3 звезды сейчас? Лига самураев. Если 3 звезды, то мы переходим с тобой в самураи. Ой, в сёгуны. Я уже заговариваться стал, ребят. Да, сегодня такой денек был. 2 серии Спайдермена плюс 2 серии по мафии снял. Я не знаю, когда у меня до Ассасина Вальхаллы дойдет время. Я просто, ребята, разрываюсь. Понимаешь? Просто разрываюсь. И мало того, что нужно еще играть, так еще и при этом нужно рендерить.
Так, ну что, все, Гуня, мы все-таки с тобой. 98-я позиция. Я думаю, что возьму здесь послабее кого-нибудь. Это будет у нас, наверное, Соу. Для чего я взял его? Чтобы мне отыграть своих предыдущих бойцов. Не которые 40-го уровня, а которые идут ниже. Да. Они же у нас только вот эти вот охламоны. Как раз. Вот эта вот четверочка 30 уровня. Кстати, у нас с тобой Донателло ролевой 30 уровня. Он в серебре, оказывается. Я-то думал, что он в золоте, ты прикинь. А нифига подобного. Он до сих пор в серебре сидит. Вот так вот. А я говорил, что надо его прокачать и брать его в основную команду. Угу. Это чтобы его прокачать, знаешь, сколько времени нужно? Да-да. Наверное, не меньше полугода. Видишь, он в серебре. Ладно, 76-я позиция. Ну что, теперь будем... А что мы теперь будем? Теперь будем брать любого, кого захотим. Давай, наверное, возьмем Эндрю. Также возьмем с тобой Лео. И тут у нас... 40-е, да, где-то были? 40-е, раз, два, три, четыре. Кстати, осталось немножко, и уже пойдут 45-е. А противник у нас в данный момент находится на уровне 47-го до 50-го. Вот такой вот, как сказать, расстояние, такой вот промежуточек. В принципе, не очень большой диапазончик, но все равно, ребят, иногда, как говорится, и веник может выстрелить. Так что не стоит обольщаться, что мы можем здесь... взять с тобой 50-х и разрулить всю эту ситуацию. Нет, мы можем с тобой так встрять, что мало не покажется. Поэтому, как говорится, тише едешь, дальше будешь, верно? Не будем изменять нашей, так сказать, тактики. Я даже не буду рваться за 51-ми, там, 54-ми уровнями. Нет, мне не нужно. Здесь уже для меня не кубки в приоритете, а в данный момент в приоритете отыграть всех моих бойцов. Даже пускай это будут слабые у нас противники, но я отыграю всех. Соответственно, пускай я не попаду там в Лигу Мастеров, но зато я отыграю честно на Лиге Сёгунов. А там уже на следующей серии можно будет, конечно, подняться и до Мастеров, согласись. Видишь, пока все идеально. Я понимаю, ребят, неинтересно смотреть это. Леонардо шаг за шагом всех уничтожает с одного удара. Я тебе еще раз говорю, ты можешь промотать этот момент. Промотать можешь вплоть до того, как я начну играть на испытании, да, ребят? Сегодня будут испытания у нас. А кому интересно, тот, конечно же, будет смотреть. Так, ну что, тут у нас Байрон. Ну вот давай, не будем брать Лео. Вот чисто из принципа не будем брать Лео, а возьмем, например, Змейка Вьюна, Усаги, Джастина. Кстати, Джастина нужно прокачать до 70 уровня. К примеру, возьмем здесь с тобой нейтрализатора и Ваньку Стиранка. Вот давай, вот посмотрим сейчас, как у нас здесь пойдут дела. Вот, ну, я хочу просто глянуть, насколько будет сильная команда вражеская и сможет ли она победить у меня. Здесь топчиков, грубо говоря, нету. Ну, если только Змейка Вьюн. Да и то я бы не сказал, что он прям топчик. Но понизил всем атаку. Это неплохо, я тебе скажу. Ну-ка, Джастин, давай. Ну, Джастин, конечно, хорош. Хорош, тут не поспоришь. И это он пока на 69 уровне. И нейтрализатор всех нейтрализирует. Ну что ж, идеальная победа, мы с тобой двигаемся дальше. Ну, в принципе, можно и так отыгрывать, да? Так даже мы с тобой больше сохраним откатов. И будем продвигаться потихонечку. Так, смотри-ка, в Лигу Сёгунов две звезды нас пока еще не впустили. Окей, как скажете, я возьму, наверное, вот Елисей. Угу. Так, давай возьмем, наверное... Нет, Армагона это слишком жирно. Давай вот так вот сделаем, да? И вот так. Я думаю, будет, ну, как сказать, справедливо. Несправедливо, конечно, на 10 уровней разница. Но они у меня все равно ватные. Тут, наверное, самый лучший это Шархан. Сегодня читал комментарии и спрашивал: Рэй, а почему ты тигриного когтя называешь Шархан? Ну я же объяснял, ребята. Шархан это тигр, так ведь? Что в мультике, в Маугли, что здесь. Просто тигриный коготь. Это так долго говорить. Мне проще как-то сказать Шархан. Да и он похож на него, если честно. У того же тоже, по-моему, был шрам.
Или я путаю шрам? Шрам это у нас на глазу уже из Короля Льва, по-моему, да? Да. Ну, предположим, что у Шархана тоже был шрам. Ну, мы ему сделали, короче, сами, лично. Так, ну, 88-е место у нас. Так, возьмем с тобой Мухаммеда. Тут очень много Мухаммедов. Мне кажется, что это один и тот же, просто разные аватарки подставляются под него. Давай вот здесь возьмем двоих. Карайку, например, Армагона и... Слушай, рискую очень сильно, взяв двух черепашек космоса непрокачанных. Они вообще ноль. Без палочки. То есть вот этот Лео... А мы знаем, что у Лео инициатива неплохая. Он может... Хорошо так. Игра преподносит мне сюрпризы. Как обычно, ребята, взяла и вылетела прямо во время боя. Вот захотелось ей, понимаешь? Просто захотелось. Ладно. Будем дальше с тобой дрынькать. Давай возьмем Давида. Да что с игрой-то, ё-моё. Так, Лео, ты уж извини. Надо будет тебя взять. И... С тобой в придачу пойдут вот эти вот все бойцы наши. Да, чё вдруг она вылетать-то стала, я не могу понять. Не, я, конечно, понимаю, что у меня сейчас в данный момент рендерится три игрушки сразу же. Ты понимаешь, какая это нагрузка на проц. Плюс еще у меня запущено два эмулятора. То есть один, на котором я играю, и там еще за кадром у меня потихоньку фармится 200 дней зомби-апокалипсиса. А эмуляторы тоже едят немало. Может быть, из-за этого? Ну да, скорее всего. Так, ну что, ладушки, давай двигаться дальше. Так, здесь у нас Лукас. Ну, давай возьмем Лукаса. Раз уж мы с тобой отыгрываем Лео, то можно брать уже и по максимальному, да? И, так, Зарахзар, отвали. Раз, два, три, четыре. Сегодня у нас же еще испытание. Я так понимаю, у нас там дается полный топчик. То есть мы с тобой должны будем пройти его идеально. От начала и до конца. А ну-ка, жги, Лео. Тыдыч. Готовы, хлопцы. Лежат и отдыхают. Тропу войны, друзья мои, почему-то не могу запустить игру. В последнее время она зависает на обновлении и все. Напишите в комментах, у вас так же или это только у меня. Так, ну давай, мы сегодня должны с тобой до Лиги Сёгунов 3 звезды, а может быть даже и до Мастера добраться. Вот до Мастера это было бы вообще топчик, потому что завтра я смог бы, наверное, даже пройти... Алекс, ты что там в платочке, что ли, стоишь? Могли бы с тобой до Мастера 3 звезды, ну, до топчика дойти. При хорошем раскладе, естественно. И если нас с тобой не очень сильно скинут. Так, пока еще 55-56 уровни у нас здесь. Думаю, Лео опять же справится в соло. Что тебе стоит, да? Сделать вертушку, как говорится, и положить их всех скопом здесь. А ну-ка. Да, пока он все это, ребята, дело тянет. Но как только пойдут 60-е, 61-е, 62-е уровни, я тебе, да не только тебе, и себе рекомендую брать Усаги. Если, ребята, у кого-то нет Усаги, лучше пускай берет либо Тигриного Когтя, либо Зека. Но Зек, ты прекрасно видел, что у Зека в данный момент очень слабая бомбочка. То есть ты ее бросаешь, да, замедлять-то она замедляет, но урон. Она не наносит отличного урона, который мне нужен. А без урона Зек, ну, неэффективен. На одном замедлении, поверь мне, далеко не уедешь. Понимаешь? То есть это, грубо говоря, ты бросил, ты замедлил их. Твои слабачки, например, походили. А потом у них ребятушки отошли от замедляшки. И таких тебе всыпали люлей, что ты будешь просто сидеть, держаться за голову и говорить: ё-моё, что ж я натворил, что ж я наделал. Ну, вот так вот. Поэтому Зека, если и применять, то только на самых-самых начальных этапах. Может быть, где-то до уровня 50-60. Дальше он уже неэффективен будет. Причем скиллы у него прокачаны все. Ну, конечно, не до 7-го разряда, 7-й ступени, но до 6-й практически топ. И эффекта, ну, как ты видишь, не очень много.
Ну что, здесь мы с тобой возьмем, наверное, ну давай Давида опять же. Но тут уже 60 уровень, поэтому я, знаешь, что думаю? Леонардо будет не один. Я возьму для подстраховки здесь Криса Бры... Нет, зачем мне Криса? Я возьму вот Карайку. Карайка на худой конец может, если что, добить. И причем мы знаем, что у нее с инициативой все очень хорошо. То есть она будет сразу же ходить после выхода Леонардо. То есть Леонардо делает вертушку, потом... Или Карайка... Подожди, сейчас посмотрим. Да, Карайка будет после вертушки Лео ходить. То есть, грубо говоря, добивать. В принципе, на это и было рассчитано. Потому что я боялся... Видишь, если бы сейчас бы я, например, не взял бы Карайку, и Леонардо Вилл двоих не добил, там чуть-чуть осталось ХП, они бы могли бы расписать меня здесь спокойно. Вот, например, Рафаэля, этого мутагеноида или того же самого Крипа. Может быть, конечно, не убить, но если вдвоем, например, бы начали бы лупашить одного из бойцов, могли бы, конечно, завалить. Ну что, мы с тобой в Сёгуне. Три звезды. У нас с тобой есть неплохие шансы выйти сегодня в мастер. Конечно, хотелось бы, но посмотрим, что у нас получится. Так, у нас Надя. Против нас играет Наденька. Ну что, Лео, давай возвращайся. У нас с тобой тут раз, два, три. И надо кого-то взять для подстраховки. Но я возьму здесь Донни. Донни у нас 80 уровня. Но я думаю, достаточно хватит, чтобы сюрикенами смог он добить тех, кого не добьет Лео. Хотя Лео здесь майки тут. Смотри, что делает. Надо его ложить, конечно же. Но вот, об этом я тебе и говорил. В плане у Хана круче инициатива, чем у Донни. Вы серьезно, что ли? Да ну-ка нафиг. Слушай, это для меня новости. Хм. Я-то думал, понимаешь, чем выше уровень, тем как бы сильнее инициатива. А тут сходил Хан, после него сходил Майки. Я не удивился, если бы потом сходил вот этот Майки, а потом только Донателло. Да, ребята, запомните вот это вот, что Донни ходит самый последний. Микеланджело всегда... Вот Хан, а потом Майки начинает бомбить. Тс, удивительно. Так, ну что, у нас тут Эдди. Ну, давай... Нет, я возьму Илью. Я лучше возьму Илью. Хотя... У Эдди и у остального там было кубков побольше. Так, ну что, у нас с тобой совсем мало персонажей уже осталось. Стоп. Стоп, 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 не то. Не то, родные мои, вот кого надо отыгрывать. Конечно же, 59 уровень у врага. Нам здесь поможет с тобой Армагон. Ну, на худой конец, как говорится, добить. Хотя здесь, наверное... Лео сам справится. 59 уровень. О! Вот для чего нужно второе лицо, ребята. Вот она, страховка. И именно страховка должна быть массовой. Потому что если у него не было бы, да, одиночная атака, ну, бомбанули бы мы там, например, одного из противников, а второй бы остался. Да, не спорю, он бы никого не смог подбить с удара, потому что уровень 50, а у меня... Точнее, там уровень 58, а у нас 50. То есть разница на 8 уровней. Но нанес бы нормально повреждений. Я не знаю, если бы там с критом еще пролетело бы, возможно, можно было бы и ушатать. Так, ну... Тихо, тут очень много майки. Тут и ролевой, и классический. Поэтому берем с тобой здесь Усаги. Слушай, ну насколько я помню, по-моему, у Усаги инициатива меньше, чем у вот этого майки. Да? По-моему, меньше. Но я все равно хочу рискнуть. Я хочу рискнуть, взял с собой 51 уровни. И давай посмотрим, справится моя команда или нет. Ну, Усаги, естественно, делает супер вертушку. Хотя, что не справится-то? Сейчас же Лео уже будет ходить. Господи, что, я забыл совсем, что ли, уже про него? Все, списали со счетов мы этих ребят. Да. Я еще смотрю, у кого там какая инициатива. Господи, совсем попутал все. Ха. Ладно. Двигаемся с тобой дальше. Какая там у нас позиция будет?
30-е? 31-е. Ну что же, отлично. Так, 44 отката у нас еще с тобой существует. И здесь я возьму... Может, лайки взять? Нет, Олега возьмем. Тут Олег, Ренат там, кстати, был у нас. И лайки. Ну что, возвращаем нашего Лео вместе с Усаги. И вот этих ребят. Стоп. Вот этих вот. Так, Крис, уйди. И это последний, да, у нас из слабеньких? Да, получается последний из слабеньких. Поэтому, ребята, добиваем. И там, получается, последний бой у нас, да? Еще будет. То есть два боя, получается. Ну и что? Давай посмотрим результат. Прекрасный, я тебе скажу, результат. Смотрите, что мы делаем. Бамс. Даже так. О, муха на 52 уровне ходит быстрее, чем Рокстеди на 63. Даже Кирби быстрее. То есть, ты понимаешь, да? Что инициативы у него вообще никакой нету. У этого Рокстеди. Он будет ходить в самую последнюю очередь. У меня все успели сделать по ходу, а он до сих пор там стоял, звезды считал. Вот тебе и весь итог. Ну что же, двигаемся дальше. Я чувствую еще один бой. А нет, может быть даже два боя. И мы с тобой уже в мастер попадем. Ну вот если я возьму вот этого, например, да, Андрейку, то возможно здесь один бой понадобится, и мы с тобой перейдем. Хотя у нас больше с тобой и персонажей-то нету маленьких. То есть нам приходится в любом случае уже брать всех наших топовых бойцов. Рокстеди, так, морозильная кошка, Бакстер Стокман, кто там еще, Майки. И вот там вот я забыл, самый крайний, кто у нас там стоит? А, Донателло. Ну тут вообще, ребят, финиш. Конечно, Усаги тут дал прикурить. Ты видел, они все упали, кроме Бакстера Стокмана. Я еще удивлен, как он устоял на ногах. Хотя он, по идее, сам по себе, ну, такой довольно ватненький. Но, тем не менее, ну и переходим мы с тобой в мастера или... Да. Друзья мои, мы с вами в мастере, 98-я позиция, и у нас еще, по-моему, хватит персонажей на один заключительный бой. А если не хватит, мы с тобой сделаем откат. Раз, два, три. Все тип-топ. Ну что, отыгрываем. Рафаэль, Бакстер, Стокман. Майки, да, ребята, тут будет имба. Давай-ка, наверное... Ой, чё я... Ты вот это зачем? Да, Рейд, чё ты... По-моему, перегрелся ты. Засиделся за компом, надо тебе отдохнуть маленечко, мне кажется. Да, чуданул. Поставил хилку, для чего? Ай, чудю, потихоньку. Ладно, друзья мои, бывает. Просто ошибся, не туда нажал. Ну что, все, на сегодня с ареной закончено. Давай пойдем посмотрим, что у нас там за испытание с тобой. Ну, какое местечко? 86-е, а, 80-е даже. Премного благодарен. Так, в магазине, ну, до сих пор еще делать нечего. Испытание. Живи долго и играючи, да? Вот они, ролевые черепашки. Вот они как раз-то мне и нужны. Конечно, и кожеголовый мне нужен. Тут не поспоришь. Ну что, друзья мои, поехали. Сейчас будем с тобой брать. Ой, да тут вообще все топ. Просто все топ. Самый слабый — это Бакстер Стокман 80 уровня. Ну ты представляешь? То есть мы тут вообще разрулим, пройдем. Даже кожеголового там, кстати, сможем победить. И это будет хорошо, знаешь почему? Потому что мы там с тобой будем фармить черепашек ролевых. И возможность получить кожеголового. По-моему, должно быть так. Да, вот сюда, кстати, не грех сплавить весь сыр. Ну, сейчас мы здесь пройдем все это и посмотрим. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Но в любом случае, черепашки ролевые должны будут там отыгрываться.
Так, все, здесь мы с тобой всех отпинали, всех завалили. И первый у нас эпизодик с тобой пройден идеально. Получаем с тобой ненужное для нас ДНК. И двигаемся на второй эпизод. Паукус. Так, ну что, пиццелицей нас ждет на втором эпизоде. Поехали, я ничего тут менять не буду, естественно. Все устраивает меня, как у нас и есть. Единственное, что я включаю, это автобой. И поехали. Грибы, вот я их, вот правильно, Майки, вот так ему. Он мне, знаешь, какой гриб напоминает? Не который вот в лесу растет, а вот раньше, когда вот... Я, наверное, не знаю, ребята, из вас многие его и не видели. Есть такой гриб, он называется чайный. То есть его в банке настаивают, его кормят сахаром, процеживают, короче, довольно вкусный. Вот он мне напоминает именно этот чайный гриб, который выращивают в 3-литровых банках. Кстати, если ты пил или ты знаешь, то поставь лайк и напиши в комментариях, знаешь ли ты про такой чайный гриб. Я думаю, что у многих бабушки и дедушки, ну вот особенно в деревушках, вот они делали. Он может, кстати, быть и чайный гриб, а можно еще квас делать хлебный. Да, тоже домашний хлебный квас. Да, я в свое время, ребята, и того попил. И с лихвой, поверь мне. Этот гриб еще надо постоянно чистить, потому что он всегда обрастает такой слякотью, слизью, жижей такой. Его надо всегда промывать, чтобы он не начинал закисать. Потому что, когда на нем нарастает вот эта всякая штука, он становится невкусным. И он очень много занимает места в банке, в 3-литровой. Ой, что-то вспомнил этот гриб. Захотелось мне что-то попить гриба. Но этого я терпеть не могу все равно. Противный. Так, ну что, тут ушатываем мы с тобой. Это последняя волна, кстати. Пока идем с тобой на изи. Отлично. Так, двигаемся дальше. Кстати, сегодня, не знаю, успею я или нет, выкладываю на втором канале еще очередная серия по Castle Storm. Там мы собираем греховное трио, рок-группу. Да-да. Так что заходи и посмотри. Ну что? Так, а здесь у нас, оказывается, будет босс, да? Босс — это тот самый крокодил в маске, который будет поджидать нас в банке. Не в 3-литровой банке, а в банке, где деньги лежат. Так, поехали. Тля. Ну, мы ее на ударчик. Кстати, давненько не заходил в Madness. Безумные мутанты. Ну, ребят, ну там... трэш. Я не могу никак. Я не знаю, где, как прокачиваться. Валят меня и все. Сегодня еще, конечно, повоевал в этой растение против зомби-героя. Это, конечно, был трэш полный. Так меня прям взбесило. Ух, люто, конечно. Но я тебе говорю, я могу на нее, за эту игру сесть на 3 часа. Это 1,5 часа, это еще так, слабенько, грубо говоря. Тем более ты знаешь, что там больше проигрышев, чем побед. А чем больше ты проигрываешь, тем злее ты становишься. Так, Лео делает вертушку и не добил. Да ладно, крокодил, успокойся. Тебе все равно не жить. Вон, у него там баллоны лопнули, и он отдуплился. Но сколько здесь золота, конечно, в этом сейфе, это обалдеть. Напоминает мне чем-то хранилище Скруджа Макдака, да, из мультика. Помнишь такого? Ну, в принципе, вы должны помнить такие мультики. Утиные истории, там, Черный плащ. Так, ну что, у нас с тобой Рафаэль Ролевой дальше идет. Да. Слушай, а мы его не прокачали? Нет, мы его, по-моему, прокачали на 5 звезд золотых. Ведь, по-моему, так, да? Я ведь ничего не путаю. Потому что я тогда тоже говорил, да? Вот у нас там персонаж какой-то прокачанный, надо его сейчас немножко подтянуть. Как заглянул, а там у него 3, по-моему, золотые звезды. И фиг знает, сколько ДНК нужно для того, чтобы дальше его прокачать. Ну, пока здесь 50 уровень, естественно, мои братки тут быстренько с ними разберутся, со всеми. Усаги так вообще великолепен. Усаги, я уже, наверное, говорил, да? Напоминает мне Ронина из игры...
Tower Conquest. Вот именно из той игры, там Ронин такой бежит, когда особенно в чешках. Вот нашу саги вот точь-в-точь как он. Так, ну что, последняя волна здесь у нас. Я даже переживать не буду. 55 уровень, всех тут расклепаем. Вот почему-то они не бьют основных персонажей, бьют мобов. Да, вот эти вот криповатых. На тебе. Прошли идеально. Ну и у нас, по-моему, там остаются 3 эпизода. Это сейчас кто у нас был? Рафаэль, да? Рафаэль ролевой. Так, дальше у нас идет Майки ролевой и Донателло. Вот Донателло ролевой, конечно, хорошо. Его бы тоже пофармить. И желательно хорошенечко пофармить. Где-нибудь так по 10. Ну, это, конечно, мои мечты. Да, по 10 ДНК за неделю набить. Это нереально. Сколько он там дает? Максимум 2, да? Это еще надо попасть, чтобы он тебе выпал. Кстати, мы давненько с собой рулетку не крутили. А нужна ли она нам вообще, да, эта рулетка? Пиши в комментах, нам нужна или нет. Потому что, ну, сам подумай. Один раз крутануть рулетку, мы тратим с тобой сколько там? 12 телепортов? По-моему, так. А 12 телепортов, это ты сам знаешь. 12 потенциальных предметов для прокачки скиллов. То есть, как бы, там-то ты тратишь, и вероятность того, что тебе выпадет пак или герой, который имеет там 3 или 2 ДНК, очень маленький. Обычно достается 1 ДНК. Мы с тобой уже не один раз пробовали постоянно, и выпадают те персонажи, которые у нас уже есть. То есть это рулетка такая, с мухляжом. Так, Майки что-то решил тут сплясать. Не знаю, под конец, как говорится, игры. Так, ну что, Лео, дай ему крышка. А нет, выстоял, смотри-ка. Но он промахнулся. И за это поплатился. Ну, вот мы получаем с собой еще одного ролевого. И это, конечно же, у нас, я уже забыл кто, Донателло. Донни мы с собой забираем. А, это Майки даже. Донни у нас сейчас будет. Да-да-да, Донни у нас сейчас будет. А там и Кожеголовый недалеко. Кстати, вот этот вот эпизод очень хорошо для фарма, ребята, брать. Потому что здесь одни ролевые черепашки разыгрываются. И, кстати, волн здесь будет уже 5. Но нас этим не напугать. Рыцарины никчемные получают свое. Вторая волна, 5 рыцарей плюс 1 скелет. Так, молодец. Шикарно. Так, Усаги, а, Усаги не имеет двойной атаки. Все имеют, кроме Усаги. Вот такую он пассивочку включает. Так, здесь скелеты. Но добиваешь, молодец. Майки, ну зачем ты? Ну зачем ты врубаешь свой танец? Ты бы мог бы, наверное, я думаю, скелетов, в принципе, завалить. Ага. Так, зря ты это сделал. Рафаэль имеет контратаку, поэтому с ним лучше не шутить. Есть, с удара. Но Майки не потянул. Ладно, на четвертой волне что у нас тут происходит? Ага, Майки, Донни, да не все. Вот, ребята, вот эти, вот именно эти черепашки разыгрываются на этом эпизоде. То есть есть смысл фармить, потому что, ну, они все нам нужны. Все, и Лео, и Донни, и Рафаэль, по-моему, тоже нам нужен. Хотя насчет Рафаэля почему-то я сомневаюсь. Надо посмотреть. Надо посмотреть в этой, в нашей коллекции, что у нас там с Рафаэлем. По-моему, все-таки он имеет 5 звезд. Помнишь, мы тогда вроде бы его переводили. Единственное, что я еще говорю, нам не хватает этих платиновых осколков, чтобы его перевести. Так, ну что, вот он, никчемный крокодил.
О, погоди секунду. Погоди, 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 погоди. Дай вырубить автобой. Твою налево, ты посмотри просто сколько здоровья. Давай хильнемся. Хотя можно было бы вертушку взять, ну не будем рисковать. Теперь вот так вот. Все, ребят. Я просто для чего идеально хотел пройти, чтобы мы могли с тобой фармить этот, если что, уровень. Ты понимаешь, да? Так, ну что, победа за нами. Давай посмотрим, что у нас будет на следующем эпизоде. Если черепашки плюс кожеголовый, то, конечно, лучше фармить тот уровень. Эпизодик, да? Смотри, у нас на этом эпизоде не хватает только Лео здесь, да? Но зато Лео здесь есть. А нам вот этот Майки тоже, кстати, не нужен, потому что он у нас прокачан, так ведь? Так, значит, смотрим Микеланджело и Рафаэля, да? И все это ролевое. Ну что такое? Что за подвисание? Так, смотрим. Так, Майки у нас имеет все 5 золотых звезд. То есть его смысла прокачивать нету. Понял, ищем дальше. Ищем дальше. Так, кожеголовый, ну с ним все понятно, да? Искать, искать и еще раз искать. Нет, ребята, Рафаэль у нас имеет всего лишь 4 звезды. И вот они в серебре. Конечно, надо его фармить. Обязательно просто. И Донателло ролевой, тоже его нужно фармить. Так, а Леонардо у нас с тобой где ролевой? Лео. Вот он. Ну да. Получается, самый такой прокачанный — это Леонардо ролевой. Нет, Микеланджело ролевой топчик, да? Потом идет Лео. Все, я понял. Я теперь определился, кого нам нужно. Короче, нам обязательно нужно Донателло, Леонардо и... Донателло, Леонардо и Рафаэля вместе с кожеголовым. Угу. Именно их. Микеланджело даже не стоит трогать, потому что, ну, он уже имеет 5 звезд. Куда? Куда его прокачивать, ребят? Его только уже повышать в платиновый ранг, но это не нужно ДНК. Так, ну что, здесь я, наверное, своими силенками попробую. Все-таки 80 уровень, как бы, особо не до шуточек здесь. Так, что такое? Скелет не упал. Видишь, что творят? У них тоже есть своя мини-вертушка. Противная. Так. А, какой добиваем? Нет, не добиваем. Майки, ты как? Отлично. Первая волна у нас с тобой пройдена. Так, здесь, наверное, применим массовую атаку. Я думаю. Давай вертушку сделаем. Замечательно. На третьей волне нас поджидает груда скелетов. Можно, конечно, было бы взять провокацию. Чего уж там греха таить, да? И они бы все погибали бы. Так, не будем здесь тратить с тобой массовую атаку. Я думаю, этого не стоит здесь делать. Мы с ними так разберемся. Угу. Так. Видишь, когда повышенная атака есть, то персонаж вообще бомбит не по-детски. То есть у него офигенный урон. Так, Усаги, давай добивай его. Переходим с вами на четвертую волну. Нам нужно будет потом, наверное, вот на этой волне сделать уклоняшку поставить. Так, ну-ка, маузеров вызовем с тобой. Да ну! Серьезно? Промахнулся. Так, уклоняшку, уклоняшку. Да, наверное, сейчас мы с тобой поставим уклонение. Так, срубаем, короче, этих чувачков, чтобы у нас побольше осталось уклонения для босса. Так, минус Донни и минус Лео. Ну вот мы идем к боссу. Уклонение пока еще есть, переживать особо не стоит. Вот он, крокодильчик, да? Появился, не запылился. Ну что, поехали. Начнем с ракеты. Ага. Вот, видишь, что он делает? Массовую атаку. Я, наверное,
сделаю хил от майки. Нормуль. Что ты, родной мой, делаешь? Ну-ка, заблокировать сможем его? Есть контакт. Ну все, прощай, дружбан. Мы будем по тебе скучать. А теперь попробуем, знаешь что, пофармить с тобой этот эпизод. Или лучше тот пофармить? Нет, этот, потому что здесь есть крокодил. Блин, зато там есть Леонардо. Вот как хочешь, так и выбирай. Ну, в любом случае, две ДНК на кожу голову мы с тобой получили. Ну что, пробуем? Поехали. Да, блин, конечно же, кружка. А ты на что другой рассчитал? О, вот это уже приятненько. Донер левой нам выпал. И все, к сожалению. А, так правильно, тут 10 сыра тратилось. Что я хотел? Конечно, две попытки и все. Ну что, ребята, я думаю, что мы сегодня неплохо повоевали. Попадаем с тобой в Лигу Мастеров. Точнее, не в Лигу Мастеров, а в Лигу Сёгунов 3 звезды. А, даже в Лиге Мастеров с тобой 1 звезда. Ну, здесь ранг 81, то есть... Буквально там пару часиков, и нас с тобой скинут обратно в Лигу Сёгунов. Ну, ничего страшного. Мы быстренько с тобой заберемся опять наверх. Так, поднять уровень я хотел Джастину. Я не могу смотреть на этот 69 уровень. Вот так вот. Пускай он будет 70-м. А в идеале вообще лучше 80-м или 90-м. Но это, ребят, опять же со временем. Видишь, подлагивает игра. Так что, дорогие друзья, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.